Потоком, потоком, знаєш. Доброго вечора. У нас тут в об'єктиві Олексій Салманов. І зараз він поділиться з нами своїми настроями станом на 18 березня 2010 року. Отак прямо, всю поднаготною настрою. Настроєння робоче. О, суперово. І все. Робоче, так. Як обычно, на самом деле. Тобто звичайний вечір. Сьогодні четвер, звичайний вечір в четвер, да? Без нічого. Ну, на виставці стоїмо. До речі, да. Обычний виставочний день. Але ж не твій. Ну і що? Яка різниця? Зрозуміло. Ну, ти нас насправді так короткою відповіддю підколов, але ми зараз врятуємо відео для історії. Ну, я не знаю, мені просто якби більш сюжетно, мені, пожалуй, нічого так сказати. Тоді ми для історії запитаємо кілька якихось запитань, мабуть. У мене є два запитання. Як ти, які твої гастрономічні переваги зараз і чи ти постиш 18 березня 2010 року? Гастрономические предпочтения. Я понимаю, просто думаю, что ответить. Но я на самом деле никаких предпочтений. Ну, скажем так, сейчас я стараюсь не есть мясо. Вот. Тобто ты постуешь таки? Ну, не пост, потому что как бы, там все остальное я ем. Ага. То, что как бы по посту некорректно есть. Вот. Угу. Я ем вот, мясо. Но это не связано с постом, на самом деле. Угу. Просто совпадение такое. Посмотрим. Я и раньше хотел как бы бросить. Бросить? Да. Ну, бросить, да, как вредный, но правда. Ага. И ты, в тебе немає там, до какого числа ты не ешь мясо? Тобто ты хочешь пробовать от него отмолиться? Я хотел бы просто как бы не есть его вообще. Угу. А сколько я не буду есть, сколько хватит, не знаю. Угу. Зрозуміло. А друге в мене питання, ну от таке є, і я його задам по Джойсу. Твоє ставлення до комісії по нацморалі і нового Міністерства культури. У мене його немає, на самом деле, такого, тому що... Ну, не знаю, у мене ця проблема как-то... Это був же там какой-то швок по поводу разных там, ситуацій було. Но как-то меня это лично не коснулось. Вот, как-то меня это не зацепило. Задело. А ты не сберегаешь порно на винте дома? А какая связь с комиссией? Здрасте! Кажется, есть. Комиссия меня по этому поводу уж не трогает, поэтому. Ну правда, то есть как бы у меня никаких проблем нет с комиссией, поэтому. Я комментирую только то, что могу прокомментировать то, что меня волнует. Ага. А это мне честно, меня это не волновало. Ага. Хотя, знаешь, что-то проблем нету, да, там, или... Что тебя волновало в последнее время? За дело там. За живое? Да. Возмутило. Смотрит в подъезде, да. Там, я не знаю. Погана поведінка друзів. Честно говоря, так, на скидку, сложно. Тяжелее, конечно, вспомню, да, там, что мне. Но сейчас такого, пожалуй, ничего нет. Просто могу сказать, что о том, что меня забудет, а забудет меня как бы, какие-то мои вопросы по творчеству. Но это такие текущие моменты, они всегда у меня есть. Меня забудет то, что я делаю. Це був Леша Салманов. Можете еще что-нибудь спросить? Можно? Машер. Это интервью получится. Нет. У нас прямая речь художника. Це була... Я могу прямо поговорить. Просто, ну, как бы мне нужна какая-то отправная точка. Давай о сексе поговорим. О. Выснажишь. Давайте что-нибудь другое. Потому что у меня просто у меня недавно интервью было. Страничка такая, в Playboy. Как раз вот там мы пытались избежать этой темы, потому что... Как бы, по крайней мере, то, что я делаю, ну, никак не связано. Так, а мы ж зараз, и навіть не про творчість говорим. Нас цікавить особистість, миття. По аналогії. Так, чекай, редакція Playboy намагалась уникнути цієї корінної робочої теми? Ну, нет, я как-то старался избежать. Ну, да. Ага.
Ну, ми можемо поговорити про творчість Гапчинської. Ні, не хочу. А ти вже двічі відмовляєшся. Все, сворачуємо лавочку. Не розговорчивий Леша Салмаш. Може, там нащупить какой-нибудь там, не знаю. Давай, Машер, спробуй ще ти якусь Смотри, тему. У нас вообще как бы идея некогда... не без монтажа. То есть вот а-ля, говоря, грубо камера рэп. Хоум порно відео. Да, да. Просто я не буду більше жартувати. Да нет, ну просто как бы вопрос в том, чтобы, наверное, найти какую-то ниточку. Знаешь, как? Ну, типа... По ней я мог бы поговорить, да. Просто... Привет-привет. Типа, что делал сегодня? А я знаю ниточку. От ви знаєте, після такої затяжної зими, мені здається, і після фільму «Аватар», що ти чітко розумієш зараз, 18 березня, у цих всіх кучугурах зв'язок людини з природою. От що ти скажеш про... Кучугурка? Про сніг 18 марта. Ну, мені здається, що зараз всі трохи депресивні. Ну, позатягнулось. Да. Депресії, як би, нету, але позатягнулось, звісно. Ну, впливає на тебе зима, яка затягнулась? На творчість? Мне кажется, что нет. Я как бы вообще на самом деле люблю. Это был Lexus, Машер твой. Теплую погоду, но как, ну не знаю, меня это. Вот, депрессия у меня по этому поводу нет. Ну то есть на творчество не вплывает. Нет. Это принаймні была тема, на яку. Після сексу і Гапчинської ми поговорили. Леш, тобі велике дякую. Я думаю, що це буде весело і смішно через 10 років. Okay,